Приготовились. Две сороконожки бежали по дорожке. Пальчики тренируем, готовим письмо. Две сороконожки бежали по дорожке. Вот теперь берем ручку тремя пальчиками. Наши первые А и Б мы учимся писать в школе. Правильная посадка, наклон тетради и строчки в прописи – не гарантия того, что почерк у малышей будет гладким и ровным. Но уже ясно одно – самые первые написанные закорючки могут многое рассказать о характере их владельца. Характер человека, направленность личности, способности, темперамент отображается в почерке. Именно поэтому один из методов психологии является анализ продуктов деятельности. По тетрадочкам, по почерку, да, детскому почерку можно сразу судить о том, какой ребенок, какие у него способности и какое будущее. Как нет абсолютно одинаковых мнений, так и нет почерков, похожих один на другой. Меняются с возрастом, особенно если нет постоянной практики письма. К сожалению, открытки и письма становятся у нас уже уникальным предметом. И тем не менее, когда ребенок свои мысли на бумагу переносит с помощью ручки, когда действительно идет работа ума, это творчество, это развитие интеллекта, это развитие чувств. Самую тесную дружбу с ручным письмом вводят криминалисты и почерковеды. Они могут определить характер автора письма и даже его судьбу. На помощь приходит суперлинза. Она увеличивает буквы в 500 раз. Микроскоп определяет нажим руки и соединение штрихов. Это важно. Порой использование чьей-то подписи может быть не совсем законным. При получении займов человек ни сном, ни духом, ему приходят определенные лица и говорят, вы должны, как должны, а вот вы расписались. Человек смотрит, нет, подпись не моя. Докажите. Каким образом доказать? Ну вот для защиты своих прав, чем мы можем помочь? Мы можем сделать исследование. Это исследование будет проведено в соответствии с методиками, с научными разработками. Мы решили провести эксперимент. Написали несколько фраз и отдали эксперту. Вы по натуре человек-оптимист. Причем это неисправимо. То есть стакан скорее наполовину полон, чем он наполовину пуст. Это вот в вашем характере. Юлия Черняева, Сергей Баскин, Артем Сулайманов. События.